вообще хотелось бы отметить всех игроков, которые сегодня вышли на замену и помогли команде, оживили игру, добавили агрессии и каких-то физических, наверное, кондиций тоже добавили. Отличный наезд Панюкова, где мяч отскочил, по-моему, от Морозова. Ну, я просто оказался в нужном месте и пробил поворотом. Был еще один момент тоже с передачи Панюкова, но, на мой взгляд, мне показалось, что я был первый на мяче, и там можно было посмотреть ВАР и поставить пенальти, но судья, в принципе, четко пояснил, что ВАР смотреть не будет.